Причиной смерти Бекира Нибиева, обвиняемого в нападении на работников скорой, стало самоубийство. Это показала судебно-медицинская экспертиза российского следствия. Тело Нибиева нашли 10 октября в лесополосе возле его дома. Рядом с ним было ружье. Полиция аннексированного Крыма считает, что 26 сентября он, вооруженный ружьем, выстрелил в рабочих подстанции скорой помощи в Симферополе. В результате два человека убиты, остальные получили ранения.